Всем привет, мои дорогие! Сегодня расскажу и покажу, для чего смешивать аммиак с содой и как это сделать так, чтобы была польза и результат. Вы на канале «Полезно, интересно, удивительно» с вами я, Наташа. Смешав нашатырный спирт с содой, можно получить отличный результат в виде кристально чистого постельного белья. Пятна на постельном белье появляются по разным причинам. Что-то проливается, что-то падает, особенно у любителей завтрака в постели. Пятна от пота и следы от косметики – также частая причина появления пятен и неприятного запаха на постельном белье. Не всегда и не все пятна можно легко отстирать. Сделаем с вами эффективный и мощный состав, который поможет справиться с любыми пятнами и неприятным запахом. Берем емкость, смешиваем 1 столовую ложку аммиака, 3 столовые ложки соды. В 5 литрах горячей воды растворяем получившийся состав. Тщательно перемешиваем. Если белья много, увеличьте количество ингредиентов и объем горячей воды. Аммиак широко используется в бытовой химии, благодаря своей способности разъедать загрязнения и растворять жиры. Устраняет стойкие пятна, которые не поддаются обычной стирке. А сода – это натуральный отбеливатель, который не только очищает и дезинфицирует ткань, а также еще и удаляет неприятные запахи. Но это уже, по-моему, знает каждый. Погрузите постельное белье в состав, чтобы белье было полностью погружено. Замочите белье на 2-3 часа. Сода и нашатырь – это мощная комбинация для удаления сложных и застарелых пятен. Плюс это безопасно для ткани. А к тому же это экологичный способ, который не загрязняет окружающую среду. Спустя 2 часа вы только посмотрите, какая стала вода. По окончанию замачивания постирайте обычным способом в стиральной машине. Результатом вы будете точно довольны. Берите на заметку, пользуйтесь, мои дорогие. А я напоминаю, мои полезные, интересные, удивительные видео и ролики можно смотреть еще в других соцсетях. Одноклассники, Дзен, Телеграм-канал. Все ссылки будут в описании к этому видео. Переходите, смотрите. А на этом всем пока. Всем большое спасибо за ваши лайки, подписки, репосты и комментарии. Вы самые лучшие.